доме должен быть порядок. Понятно? Понятно. Ты мои коричневые ботинки почистила? Почистила, они в шкафчике для обуви. Обед готов? Обед на столе, пиво в холодильнике. Поздравительные открытки моим родственникам. Написала? Написала, отправила. Постирала, погладила? Постирала, погладила, в шкафчик положила. А почему у меня такое чувство, что в доме что-то не сделано? Ты мои коричневые ботинки почистила? Почистила, они в шкафчике для обуви. Ну, хорошо. Машину помыла? Помыла, колеса сменила. И в гараж закатила. Себе что-нибудь новенькое пошила? Пошила, связала, аппликацию сделала. Обои купила? Купила. И комнату маленькую переклеила. Что? А надо было большую. Ну, ничего. А все-таки сердце у меня не на месте. Голову даю на отсечение, что в доме что-то не сделано. Ты мои коричневые ботинки почистила? Почистила, они в шкафчике для обуви. Ага. Капусту для засолки порубила? Порубила, засолила и на балкон поставила. Ты на целый час раньше меня с работы приходишь. Что ты еще сделала? В ЗАГС сходила, ага. С тобой развелась и за другого вышла. А почему его нет дома? Он дома в маленькой комнате. Мы теперь там жить будем. А ты ему ботинки почистила? Не почистила. Я как только вошел. Я по глазам. Сразу понял, что в доме что-то не сделано. А в доме должен быть порядок. Понятно? Понятно. Иди, чисти. Иду.